Здравствуйте! С вами Вероника Поливкина. Практически в каждом саду уже есть гортензия. Мне часто присылают фотографии или просто спрашивают в комментариях, что с моей гортензией. Очень трудно ставить диагнозы, не видя растения и не зная условия ее выращивания. Поэтому еще раз расскажу вам о проблемах и болезнях. Так вам лучше будет ориентироваться и применять меры для исцеления. Дело в том, что болезненный вид и даже завядшие или засохшие листья не всегда являются болезнью. Корень гортензии расположен очень поверхностно, поэтому она невероятно чувствительна как к пересушиванию, так и к избытку влаги. Повисшие листья сигнализируют нам о необходимости срочно полить. Казалось бы, совсем безжизненный куст после полива утром стоит, как ни в чем не бывало, бодренький и свеженький. Так что поникшие листья это вовсе не проблема, это сигнал о нехватке воды. Гортензия же разговаривать не умеют. Вот они и нашли способ сообщить вам что нужно срочно сделать. Чаще всего это происходит у крупнолистных гортензий. А еще от жары и палящего солнца могут появиться ожоги на листьях. Это несложно распознать, так как пятна находятся только на той стороне, где наиболее сильно освещены палящими лучами, с северной стороны куста. Таких пятен вы не найдете. Часто можно увидеть у гортензии пожелтение листвы как на целом кустике, так и на ветках. Причем пожелтение наблюдается между жилок, а сами жилки остаются темно-зелеными. Это тоже не болезнь, это хлороз, неусваивание железа. Можно обработать феровитом или антихлорозом, а можно сделать так называемое лекарство самим. Растворить 4 грамма лимонной кислоты в одном литре чуть теплой воды и 2 грамма железного купороса и полить кустик. Сверху замульчировать лучше всего корой деревьев хвойных пород, торфом или иголками, лучше сосновыми. Если листья имеют желтый оттенок, но равномерно, а не только вокруг желок, то причиной может быть переувлажнение или нехватка питания, гортензия обжора. Поэтому подкармливать ее нужно не менее трех раз за сезон, особенно во время цветения. Лучше, если это будут специализированные удобрения для гортензии. Если нет таких, то в первой половине подкармливаем травяными настоями, а во второй половине лета фосфорокалийными удобрениями. Очень хорошо делать подкормки не только под корень, но и по листу. Кроме пожелтения, листья могут сохнуть и опадать. Это тоже чаще всего происходит во время засухи. Начинается все с почернения, которое бывает как сухое, так и мокрое. Сухое начинается с почернения кончиков листьев по периметру. Это бывает от ожогов. А бывает от слишком жесткой воды, которую просто нужно отстаивать перед поливом. А вот мокрое почернение, наоборот, происходит от переувлажнения. Лист темнеет и обмекает. Здесь никакого лечения нет. Или место посадки выбрано неправильное. Ну а если это происходит от сильных и частых дождей, сделайте отводные канавки, чтобы влага не скапливалась. И очень важно, чтобы корни дышали. А для этого земля должна быть все время рыхлой. Добавляйте при посадке хвойный опад. И еще очень хорошо работает с лишней влагой диатомит садовый так как по влагоемкости ему нет равных. Он просто вытягивает всю лишнюю влагу в своей гранулке, а когда наступает сухой период, корни забирают эту влагу из него. Кроме того, диатомед – богатейший источник кремния. Так что многие проблемы гортензии вовсе не болезни. Но болезни, хоть очень редко, но все же тоже бывают. Но с ними совсем несложно бороться. Есть универсальные препараты, которые справляются как с грибковыми, так и с бактериальными заболеваниями. В последнее время у меня вот этот препарат стал палочкой-вручалочкой. Я, правда, не жду, пока растение заболеет. Провожу профилактику хотя бы раз в месяц, особенно если долго холодно и сыро. Вот такой маленький флакончик рассчитан на 6,5 литров воды. Обработка идет по листу. Я систематически обрабатываю им проблемные растения, такие как розы, флоксы, но ну и гортензиям иногда тоже достается. Одного литра хватает практически на все растения, так что один флакончик – это на все лето, включая даже томаты в теплице. Есть много и других препаратов, но они обходятся дороже, так как продают их в крошечных упаковочках, и они небезопасны. Я ядами не пользуюсь и вам не советую. Теперь рассмотрим признаки настоящих заболеваний гортензии. Обошла весь сад и не нашла ни одного больного листа, так что извините, но показывать буду на картинках. Если на растении вы заметили мокнущие пятна, то, скорее всего, это грибковое заболевание – серая плесень. Водянистые пятна появляются не только на листьях, но и на цветах. Влажность приводит к тому, что гортензию покрывает серый пушок. В сухую же погоду поврежденные участки усыхают и отмирают, а на их месте остаются дыры. Нужно обрезать пораженные ветки и сжечь их, а куст обработать противогрибковыми средствами. Если листья покрываются бурыми пятнами, примерно по 5 мм в диаметре, это септориоз. Постепенно зараженные листья становятся все более и более темные и в конце концов опадают. Если не лечить гортензию, вскоре она полностью потеряет всю листву и погибнет. Лечение тоже. Еще одно грибковое заболевание – это ржавчина. Ее легко распознать как бы по ржавому налету на листьях. Возникнуть может в загущенных посадках или от избытка азота. Особенно во второй половине лета, когда азотные удобрения растениям уже практически не нужны. А мы их продолжаем удобрять. На самом деле продолжать список даже не стоит, так как дальше просто начнется путаница, так как внешние признаки очень похожи, появляются пятна различной формы цвета, они растут и листья в конце концов погибают. Для каждого заболевания есть перечень препаратов, чаще других это медь содержащие, медный купорос и бордуская смесь. Да, помогают, но помните, что это яды. Я все же настоятельно рекомендую отходить от этих препаратов. Давно доказано, что они отравляют землю, но ими так долго пользовались, что отказываться, похоже, никто не собирается. Серебромедин, который я вам показывала, тоже медь, содержащий препарат, только другого уровня. Основан на наночастичках серебра и меди, поэтому Лечебный эффект достигается микродозами и нет вреда ни земле, ни животным, ни насекомым. Но каждый выбирает, что ему больше нравится. Мое дело рассказать о безопасных и эффективных препаратах. Так вот, при лечении серебромедином концентрацию меняем. Это уже 80 мл на 1 литр воды. Но не забудьте удалить все больные листья и сжечь на костре. Вообще, возьмите себе за правило. Как что-то в саду покрывается пятнами, начинает подсыхать, сразу обрезайте эти места и в костер. Ведь как грибковые, так и бактериальные заболевания разносятся по саду очень быстро ветром, насекомыми, садовым инструментом. Берегите себя, берегите свой сад. Пусть он приносит вам только радость. С вами была Вероника Поливкина. Всего вам доброго, до новых встреч!